на самом деле, все прекрасно знают, зачем лететь на Украину. Я бы искать первым, потому что кто-то больше есть, не побред. Я был, наверное, первым человеком, практически встретил здесь Олега. Это было самое позднее, без 15.02. И буквально на следующей неделе ко мне подходит Олег и говорит: Саня, ко мне приходили полиция и говорит: да нет, меня какой-то краж, который произошел 2 часа в моем доме. Ты же был на митинге вместе со мной, ты можешь это подтвердить. Я сказал: конечно же. И все, эта история забылась на несколько месяцев. А потом в феврале Олег оказывается неожиданно в тюрьме, и уже не по краже никакой, а оказывается это обвинение в педофилии. И я думаю, многие люди, которые сейчас выступят после меня, расскажут о тех, скажем так, каких-то подтасовках, что ли, которые происходят во время этого дела. Ну, в общем, я не умею еще, не человек, который умеет говорить сильно, выступать публично. Я хочу сказать, что спасибо всем, кто пришел, потому что ну, для меня это было очень важно. Олег мой друг, и я думаю, ваш как минимум хороший знаком. Самое главное, почему невиновный человек сидит в СИЗО. Абсолютно. У нас презумпция невиновности. С чего взяли, что психологической экспертизы не было? У нас же совершенно непрозрачно идет следствие. Потому что я уверен, если была бы психологическая экспертиза, то его бы сразу же признали невиновным. Вы
говорите о маньячестве, может, это просто хулиганство? Олег, во-первых, не хулиган, да. Во-вторых, если мы говорим о хулиганстве, ну ищите хулигана. Почему прицепились к человеку, который невиновен, которого я знаю давно, хорошо, и самое главное, который занимался в это время другими делами. Он освещал, выполнял свою работу, находился на этом месте во время совершения преступления. Меня зовут Женя Вагин. Что Олег Леонтьев невиновен. И давайте скажем это хором, тихонечко, без крика. 3-4. Свободу Олегу Леонтьеву! 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 Друзья, сегодня важно оставить свою подпись под открытым письмом, которое мы отправим главе Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину и во все другие инстанции. Очень важно, подпишитесь, пожалуйста. Какое-то время мы здесь побудем, и потом можно расходиться. Если Спасибо. Вы не успеете сделать это здесь, вы можете подойти ко мне или вот к Алексею, и мы Любому. Скажем, где можно это сделать или позвонить. Лёха, давайте семейную фотографию, 2-3 уровня с плакатами сделаем. Как? Давайте все, кто с плакатами, продвиньтесь к передней линии, чтобы были сплошные плакаты. Давайте, наверное, вот тут длинные плакаты. Давайте на землю. Фотографов и телевизора. Развернемся вот так в одну фронтальную линию и как бы каплей плакатами наружу. Вот бы вот этот фланг, чтобы с лестницы можно было снять. Вот этот фланг туда, вот вы стойте на месте.